Уникальную находку обнаружили в Карасу-Базаре при ремонте центральной больницы. Во время строительных работ в инфекционном отделении из-под штукатурки показались элементы декора старинной синагоги. Первым ценность находки определил краевед Михаил Кизилов. Если честно, я сюда, конечно, приезжал уже ранее неоднократно и думал, что вообще эта коробка, покрытая советской штукатуркой, что в ней уже, строго говоря, от той синагоги изначально не осталось вообще ничего, за исключением просто вот там стен каких-то, ну, в общем, коробки здания. А на деле, когда строители, к их чести надо сказать, очень аккуратно сбили вот эту штукатурку советскую, из-под него действительно полезли элементы изначального здания вот второй половины 19 века. Находка поистине уникальна, ведь когда-то в Карасу-Базаре действовало 5 синагог, но они не уцелели. Поэтому найденный храм станет фактически единственным сохранившимся в городе. Я считаю, что вот самое главное, что сохранились две массивных железных звезды Давида диаметром где-то около 2 метров. Эти звезды Давида находились в медальонах в восточной стороне здания, где вот, то есть молитвенная ниша находилась, где находился так называемый, то, что называется Арон Кодеш, то есть место для хранения свитков Торы в еврейской традиции. О синагоге известно не так много. Предположительно, она была построена во второй половине 19 века. Здание было огромным на самом деле, то есть его входные башенки, которые находились справа и с левой стороны от входа, они были где-то высотой приблизительно в 4 этажа, да, если ходить вот из современных, так сказать, зданий. Это была действительно, я думаю, что, наверное, самая большая синагога Крымского полуострова и, безусловно, самая красивая. В советское время синагогу отобрали у верующих, здание, вероятно, использовалось как склад. В 1941 году мы вот можем предполагать, что когда наши войска уходили, они взорвали это здание. Здание, значит, после этого осталось в таком уже, то есть вот эти башенки высокие уже были взорваны. Тоже в оккупационное время здание вновь было приделано крышей. После войны в здании открыли больницу, которая действует по сей день. Сейчас идут переговоры с администрацией больницы, а также со строителями и проектировщиками, которые готовы скорректировать проект и максимально сохранить исторический памятник. Скорее всего, что вот эта пристроечка была уже современная, но так оно и есть, это пристроено в 70-е годы. А когда входить в здание, там свод потолка и такие же элементы декора. Вот теперь мы хотим сохранить какие-то элементы этого старинного здания для того, чтобы, ну, может быть, потом какую-то еще табличку сделать, вот, ну, чтобы сохранить эту память и эту историческую ценность. Найденная в Карасу-Базаре синагога – одна из 2 сохранившихся в мире синагог исчезающего народа. Сегодня в Крыму проживает всего около 200 крымчаков. В мире представители этого уникального народа, который исповедовал иудаизм, но говорил на диалекте крымско-татарского языка, осталось не более 1500.